13,5 миллионов рублей. Сумма, которая в текущем году будет потрачена на асфальтирование дворов в многоквартирных домах по программе благоустройства дворовых территорий. В эту программу вошли 27 домов. Большая часть работы предстоит выполнить МУБДОР. МУБДОР выиграл по нескольким объектам тендер. И работаем в нескольких местах по 60 лет в БССР, энергетиков 27-29. Там уже почти закончили работы. Помощь строительные, шахты строительные. То есть работа пока ведется. Хотя погода дорожников не балует, они все равно стараются, что необходимо, успеть сделать до выпадения снега. Поэтому работают без выходных и обеденного перерыва. Асфальт держаться будет? А будет, а куда он денется? Он не держится, когда ямочно делаешь это, ну, грязь кидаешь, вот это он не будет держать. А когда сплошняком идешь, толстым слоем, все будет нормально. На благоустройстве дворов в МУБДОР работают две бригады. Они и асфальт укладывают, и бордюры устанавливают. Им осталось еще сделать три точки, каждая из которых захватывает по несколько дворов. Екатерина Соломатина, Ильнур Ганиев, новости.